Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать «Гражданскую оборону». Трек называется «Наваждение». Ну, это давнишний трек, поэтому я думаю, что его, скорее всего, слушала. Вот вы, когда меня просите, чтобы я что-то там послушала... Цоя, например, просят. Да, Цоя. Ну, блин, ну Цоя – это мое время вообще. Как я его могу не слушать? Поэтому, возможно, что и «Гражданскую оборону» тоже слушала. А когда ты уже даже ваши треки когда слушаешь несколько раз, ты уже по-другому к этому относишься. Поэтому, ну ладно, просите, я это послушаю. Ну и прокомментирую. Если вспомню этот трек, то скажу об этом. Если не вспомню, то просто оценю. Не, вот знаете, все-таки вот мне не нравится такая музыка. Ужасть, мне такой не нравится. Максим, тебе такой нравится? Отчасти. А? Отчасти. Я не фанат Летова, но... А «Гражданская оборона» тебе нравится? Ну, это и есть «Гражданская оборона». Ну, у них есть несколько хороших треков, но, в общем, я не фанат «Гражданской обороны». Не, во-первых, я не люблю это самое, лохматых мужиков. Я как бы не фанат, например, того же Цоя. Я уважаю его как музыканта, я признаю его как музыканта, но мне не нравится Цой. Ну, разве что кукушка. Ну, Цой, понимаешь, он в наше время, он как бы сделал... Вот как когда-то были эти... Как их? Стиляги? Не, ну... Какой у нас там был в 60-х годах или в 70-х-то эта группа-то популярная? Как, ну, в какого плана ты мне хоть скажи? Ну, которые прорвались, и мы их до сих пор слушаем. Господи, совсем докатилось уже. Ну, тогда русские или не русские? Нет, не русские. А, ну, тогда не знаю. Ну. Их много было, кто прорвались, и до сих пор слушаем. Ладно, вот, ну, а Цой, он вот, он был первой ласточкой такой музыки. До этого такой не было, и он, как бы, его за это можно уважать. Ну, как бы для меня лично, например, «Гражданская оборона», это, в принципе, что-то похожее на Цоя немножко, по смысловой, не, по смысловой нагрузке. Вот ты знаешь, ну, по крайней мере, вот этот трек, он мне как бы вот чем? Вот нет каких-то... Все размазано, вот как-то размазано, нечетко.
И вот этот вот он какой-то недомытый, какой-то лохматый, что-то там буробящий под громкую музыку, вот у меня ощущение, по крайней мере, вот этого наваждения. Ну, ты вот слышал оно... этот трек? Не, я чуть не помню такое. Ну, видимо, он мне тогда, видимо, он мне, видимо, тогда не понравился, поэтому я его и не слушал. Вот, поэтому, не знаю, это не мое, даже если сравнивать с каким-нибудь там этим... То, что мы слушаем, то, что мы даже, ну вот я как бы с удовольствием слушаю этого Киши, да, а вот Гражданская оборона, ну не знаю, может я еще что-то его слушала? Слушала, наверное. Все идет по плану, ты слышала. Ну это нормальное. Вот, а тут вот какая-то вот эта размазанность и нечеткость, и за это мне вообще ничего не понравилось, недаром обозвал он его наваждением. Пожалуй, троечку поставлю и закончим на этом. Всем пока.